Здравствуйте, уважаемый Никита Юрьевич, здравствуйте, уважаемые присутствующие. Хотел бы представиться замдиректора Северного и лесного хозяйства Кадаги Дмитрий Александрович. Уважаемый Никита Юрьевич, уважаемые члены правительства Кировской области, уважаемый Владимир Матвеевич, нам хотелось бы выразить благодарность от лица руководства, от лица работников Северодонстроя, приоритетного инвестиционного проекта, за поддержку. Небольшую справочку, разрешите, Никита Юрьевич? Да. На сегодняшний день на предприятии работа 173 человека, средняя заработная плата 15 тысяч рублей. В 2013 году за первое полугодие налоговых отчислений, налоговых поступлений порядка 11 миллионов рублей было вычислено. На площади наших лесных арендных участков, это порядка 118 тысяч гектар, зафиксирован только один пожар, 0,3 тысячных гектара товарищи на столке Митя Жикари. И как депутат Белокуринской районной думы по Троицкому сельскому округу хотел бы выразить благодарность всем людям, которые помогали и причастны к инвестпроекту «Северодонстрой». Спасибо. У людей появилась какая-то надежда, работа, стабильность, особенно в поселке Дубровка. Там на данный момент трудоустроено 27 человек. Выкуплена база Новоевского дорожного комбината, которая там было все разорено. Люди работают, люди наконец-то поверили, никак не перспектива, даже молодежь стала возвращаться. Положительная динамика, в том числе и в демографическом плане. Спасибо большое. Значит, на самом деле, спасибо вам. И очень бы хотелось, чтобы ваш проект развивался. Если требуется еще какая-то помощь, там, поддержка, давайте отдельно будем. Мы будем стараться всеми силами. Хорошо. Можно еще вопрос? Да. Спасибо. Благодарить не буду, у меня вопрос. Анфратов Иван Анатольевич, Сесятское сельское поселение, депутат по этому округу. Побоюсь быть некомпетентным, потому что вопрос к экономическим структурам, вернее, даже к бизнесу, но тем не менее, точки соприкосновения, я думаю, что у областной власти есть. В последний год наблюдается очень четкая тенденция ухода Сбербанка от населения. То есть он уходит из маленьких сел, сокращается даже в районных центрах. Иван, все. Иван Ильич, я извиняюсь, что я вас перебью. Дело в том, что в курсе этой проблемы есть у нас две больные темы. Это Сбербанк и почта. Почта работает более эффективно. Вот, они альтернативу нашли. Нет, просто поймите, то есть мы вот, поскольку в районах регулярно встречи проводим, вот у нас постоянный вопрос Сбербанк и почта. И более того, мы когда проводили совещание с главами, так, то есть вот, значит, Владимир Матвеевич был, мы специально приглашали там руководство Сбербанка. Мы договаривались, что руководство районов вот, по тем проблемным, то есть понятно, что есть территории, где ушел там Сбербанк, не ушел, то есть там особо там, не заметно, где есть там и конкуренция, где есть другие услуги. Есть, очевидно, там точки, где уход Сбербанка очень болезненный, так же, как и уход почты воспринимается. Мы договаривались о том, что руководство районов должно встретиться с руководством Сбербанка. И вот по своим проблемным точкам такие, значит, проговоры провести. То есть, если будут найдены точки соприкосновения, то есть, ну, там, мы обсуждали варианты, что, может быть, там, понятно, ведь Сбербанк уходит там из экономических там, причин, да, то есть, у них такого рода отделение является убыточным. Поэтому мы говорили, что посмотреть вариант, может быть, есть там, какое-нибудь муниципальное помещение, которое можно отдать там бесплатную аренду, чтобы снизить затраты Сбербанка, да, то есть, или какие-то иные там варианты. Вот, насколько я понимаю, таких встреч не проводили, Владимир Владимирович, нет, по району. Вот я тогда попрошу. Просто там, я сейчас на ваш вопрос по конкретному отделению ответа не дам. Так? То есть, мы этот вопрос действительно проговаривали. Общая проблема для области, ее надо везде решать, не только у нас. Ее надо решать, но надо понимать, что мы не можем сказать Сбербанку, нет, давайте держите, значит, там, места там, где вам невыгодно, так, то есть, значит, и, собственно, значит, там, работайте в убыток. Точно так же, как по Почте России. У нас же по Почте России там доходило до, ну, вообще, там, они были бы смешными, если бы не были грустными ситуациями, когда Почте России сказали, значит, вот находитесь на своих как бы, местах, зарабатывайте как хотите, и у нас в какой-то момент Почта России, там, на секундочку, стала крупнейшим продавцом алкогольных настоек. Так, потому что потом, когда значит, мы уже взвыли и говорим, вы что делаете? Они говорят, ну, нам же сказали, зарабатывайте как можете, да, то есть мы зарабатываем как можем. Ну еще, я говорю, хорошо, что там проституцией там и занимались, как бы, значит, и наркотиками не торговали, и там, и на этом спасибо.
Но вот тут просто тоже как бы надо понимать, что мы не можем сказать, работайте, значит, там, там фиксируйте убытки, там, значит, и делайте, если нет соответствующего объема. Поэтому здесь задача в любом случае совместной работы. Еще раз говорю, где-то может быть действительно там муниципалитету пойти на то, чтобы какие-то издержки взять на себя, если работа этого, значит, отделения Сбербанка или почты действительно там важна с точки зрения там развития территории. По каким-то вопросам, может быть, там действительно находить там новые формы там, дистанционного, автоматического, там, мобильного обслуживания. То есть, ну, эти вопросы, еще раз, мы просили, чтобы главы районов, я попрошу тогда в протоколе отфиксировать, чтобы там Владимир Матвеевич, при необходимости мы готовы подключиться, такую встречу провели с руководством Сбербанка по каждому из адресов. Об этом и речь. Да. Держите на контроле. Да. Дом творчества Белохолодецкий. У нашего Дома творчества большая история и хорошие успехи. Мы много работаем с детьми, но вот последние 20 лет у нас по существу финансирования Дома творчества никакого. Вы муниципального творчества, да? Муниципального, да. Поэтому мы вас просим о конкретной помощи нашему Дому творчества. Конкретная помощь? В виде ходатайства. Да? То есть не то, что вы там члены правительства выступили с творческими номерами, да? То есть, нет, конечно нет. Ну хорошо. Давайте письмо, конечно, возьмем, то есть, но понятно, что в общем, у нас существует достаточно большая сеть областных учреждений, да? У нас областные музеи, краеведческие, художественные, там, палеонтологические, да? Областные библиотеки, областные, значит, другие как бы, учреждения, там, Дом народного творчества и прочее, которые мы финансируем наши областные учреждения культуры. То есть если мы сейчас начнем еще как бы муниципальные финансировать, тогда можно будет поставить вообще крест на бюджете. Просто по помощи просим. И нашу просьбу можно передать куратору по нашей области. Да, вот это самое лучшее, что вы все вырешили. Спасибо. Творческие номера будем исполнять. Хорошо. Коллеги, тогда вот, значит, еще раз, все договоренности, которые мы сейчас достигли, фиксируем в протоколе, значит, в течение ближайших 2-3 дней протокол подписываем, он у вас будет, у нас все вопросы, которые сегодня прозвучали, должны найти свое отражение в конкретной работе. Договорились? Спасибо за работу.